Уважаемые дамы и господа, я приглашаю на сцену губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко. Дорогие друзья, уважаемый Виктор Иванович, мне кажется... Мне кажется, действительно такой день добрый, потому что мы сегодня присутствуем на прекрасном событии открытии после капитального ремонта нашего городского театра, приют комедиантов, театр необычный, новаторский, можно сказать. И вот то, что сделано в рамках капремонта, мне кажется, можно назвать уже новым совершенно. Как всегда, кто-то что-то уже начинает ломать, это тоже правильно, вот, но желательно не ломать, это все-таки государственное имущество. Вы знаете, вот здесь действительно очень много сделано, и модернизировано и сценическое пространство. Я думаю, что это позволит внедрять и притворять в жизнь какие-то новые идеи, творческие идеи тех режиссеров, которые будут работать в этом театре. Изменена планировка, и за счет нее вот такое ощущение, что театр стал больше, хотя, к сожалению, по объемам, по площади он совершенно не изменился. Но мне кажется, вот и зрителям как удобно сидеть-то вообще? Комфортно, ну прекрасно, вот и зрителям будет комфортно. В общем, я с удовольствием убедился в том, что государственные деньги на капитальный ремонт этого театра потрачены абсолютно не зря. И вы знаете, это, наверное, главное. Потому что, несмотря на все сложности современного периода, в котором мы живем, на сложности с формированием бюджета, мы, помимо того, что, естественно, в первую очередь направляем средства бюджета на решение всех социальных вопросов и исполнение всех социальных обязательств перед нашими жителями, которые мы исполняем в полном объеме, мы все-таки направляем средства туда, куда они необходимы для людей. Ну, наш город ведь не просто так является культурной столицей, он по рождению своему и по праву является культурной столицей. И поэтому вкладывать деньги в вас, в деятелей культуры, мне кажется, это наша святая обязанность. И мы это делаем и с удовольствием, и, естественно, соразмеряя с нашими возможностями, но стараемся это делать и будем это делать всегда. Как бы сложно, какие бы сложные ситуации ни возникали, потому что без вас, без тех людей, которые и являются и носителями, и хранителями культуры нашего города, город никогда не будет культурной столицей. И очень приятно, мне кажется, вот та идея, которую планируют притворить в жизнь сегодня Виктор Михайлович с коллегами, это создание здесь театрального клуба, в котором смогут встречаться и театральные деятели, и любители театра, и творческая молодежь. Мне кажется, вот такое место для общения, для каких-то новаций очень нужно городу. И я уверен, что вот этот клуб здесь будет себя чувствовать весьма комфортно. Но в заключение своего пространного выступления я хотел бы, Виктор Михайлович, вас, всех ваших коллег, естественно, поздравить с новосельем, сказать огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в капитальном ремонте. Ну, видно, что люди вложили сюда не только свой труд, но и душу. И хотел бы пожелать, чтобы вместе с вами вот в этом театре поселились и творчество, и вдохновение, и самое главное, любовь зрителей. От всей души вам этого желаю и поздравляю с новосельем. Дорогие друзья, в присутствии губернатора города театра «Приют комедиантов» после капитального ремонта открыт! Ура!